праздник Иерусалимской иконы Божией Матери святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил город Подольск Московской области. Предстоятель совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе города, а также возложил венок к памятнику героям Великой Отечественной войны. Утром святейший владыка совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Подольска, где хранится почитаемый список Иерусалимской иконы. История подольского образа связана со страшными днями эпидемии холеры, свирепствовавшей в Подмосковье в 1866 году. В то время в город был принесен список Иерусалимской иконы Божией Матери, и по молитвам перед образом эпидемия прекратилась. С тех пор святыня особо почитается православными верующими Подольска. За богослужением патриарх рукоположил в сан иерея диакона Дмитрия Сафонова, заведующего сектором межрелигиозных контактов отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Аксиос! По окончании литургии предстоятель причастил многих людей и обратился к прихожанам с пастырским словом. Он поздравил подольчан с праздником Иерусалимской иконы и особо отметил, что именно великая вера в милость Божию спасла город Подольск и его жителей от смертоносной болезни почти полтора века назад. Увидеть присутствие Божие в чуде, таком явном, как то, о котором мы сегодня здесь говорили, которое произошло в 1866 году, когда страшная эпидемия холеры захватила город Подольск и прекратилась в один день, когда из Бронниц в Подольск был принесен чудотворный образ Иерусалимской Богоматери. Как и другие чудеса, менее убедительные, может быть, менее зримые, но реальные, среди которых, в первую очередь, все то, что произошло в 20 веке с нашим народом. Разве это не Божье чудо, не знак Божьего присутствия в истории? Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий преподнес в дар патриарху икону, точную копию с Иерусалимской иконы Божией Матери, находящейся в Троицком соборе Подольска. Пусть ваше святейшество в наших сердцах останется память о сегодняшнем дне, а вас мы просим принять от этого прихода точную копию чудотворного образа Иерусалимской Божьей Матери, память которой мы сегодня совершаем. Затем святейший патриарх возложил венок к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне на городской площади Славы. Здесь, на этом священном месте, для горожан была пропета вечная память воинам-подольчанам на поле брани за веру и отечество, жизнь свою положившим.